Турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Кубок дружбы» провели в Биробиджане в преддверии Дня России. Соревнования прошли на льду крытого катка «Победа». В них приняли участие сборные команды возрастной категории 40+, Еврейской автономной и Амурской областей, Хабаровского края, а также хоккейный клуб ЯО «Макаби». Турниры по хоккею проводятся в разных форматах. И 18+, и областные мероприятия, и ночная хоккейная лига, то есть и региональные, и межрегиональные. Ну, стараемся действовать там креативно. Все встречи турнира вышли ожесточенными и зрелищными. Уже самый первый матч порадовал болельщиков яркой игрой. Сборная Хабаровского края и Макаби шли вровень большую часть времени, и лишь под конец встречи команде из автономии удалось взять инициативу, закончив матч со счетом 3-0 в свою пользу. Игра складывалась, как бы сначала было два тайма, была равная игра, но потом в третьем периоде мы перехватили инициативу. Они немножечко подсели, ну и здесь как бы везение на нашей стороне было. Та команда была тоже, как бы, скажу, что они отдавались игре, молодцы, похвально. Первое место в турнире заняли гости из Амурской области, обыграв в финале хоккеистов из Макаби. Третье место заслуженно досталось сборной Еврейской автономной области. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.